Красноярский симфонический оркестр выступит в Карнеги-Холле в Нью-Йорке. Концерт на самой престижной площадке в мире наши музыканты дадут в начале 2017 года. Они исполнят произведения Чайковского, Рахманинова и других русских композиторов. Как рассказал главный дирижер Владимир Аланде, приглашение удалось получить после того, как он показал запись концертов Красноярского оркестра менеджерам в Америке. Во время гастролей по США красноярцы выступят и в других штатах, от Флориды до Калифорнии. Также наш оркестр ждут в странах Латинской Америки, Китая и Кореи. По словам Владимира Ланды, международные гастроли – это настоящее испытание для любого музыкального коллектива, но и отличный шанс сплотиться и вдохновиться. А приглашение выступить в Карнеги-Холле, мекке для классических музыкантов, получить очень сложно и престижно. Это самая престижная площадка в мире. Это значит, что мы достигли определенного уровня, безусловно. Но это прежде всего означает, что это не конечная точка, а это скорее точка отправная. То есть это наша веха, с которой мы будем идти вперед, играть еще лучше. И я думаю, что это позитивно отразится и на настроении, морали музыкантов, на энергии, желание играть еще, играть для разной публики, различные произведения в разных залах, в разных точках мира.